посмотрим. Вот. Руки явно выше сетки. Все, это блок. Руки выше сетки, это блок. То есть неважно прыгал. Ну, конечно. Ну, у меня может быть 2.15 рост, я буду без прыжка. Но я же буду ставить блок. Да, это третий эпизод в матче, да? Да, ну руки выше сетки. Вы извините, как назвать это? Защитой? Касание было. Было касание. Ну как же? Было касание. Мне кажется, было касание. Да. Мне кажется, что было. Ну явно. Вот мы сидим. Явно было касание. Вот Борис Васильевич. Да, касание у нас не смотрится. Смотрится антенна. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, было касание. Ну, как же? Ну, вот мы видим, видите, посмотрите реакцию Семышева. Он еще молодой, он не привык скрывать свои эмоции. Видели, да, как он расстроился? Было конкретное касание, причем тут даже без сомнения. И я не поверю, что судья этого не видел. Это было при нем рядом. Я не хочу никого обвинять, но зачем эти вещи-то, ну, как так?